Но самые выносливые и стойкие мотогонщики со всех концов страны состязались в эндуро-кроссе в Алматинской области. Традиционно местом зрелищных гонок стал город Текели. Число любителей стиля эндуро, к слову, в Казахстане становится все больше и больше. Этот вид спорта обещает стать одним из самых популярных. А вот кто же стал лучшим на сложнейшей трассе? Об этом наш следующий материал. Десят мотогонщиков приняли участие в сложном заезде. Главное требование – железный конь, адаптированный к этому стилю. Экипировка и навыки прохождения экстремальных трасс. Наталья Долгушева из Талгарского района – единственная девушка, которая решила бросить вызов представителям сильной половины человечества в гонке на выживание. Стаж вождения эндуро-мотоцикла у нее всего полгода, но опыт участия в такого рода гонках уже есть. Очень сложно с мальчиками соревноваться. Все-таки по физическим данным они гораздо сильнее. Вот, соревнования есть соревнования. Хочется попасть на пьедестал когда-нибудь. Но будем стараться, будем надеяться. Трасса в этом году, по словам участников, была очень сложной. Трудными препятствиями оказались бревна, камни и грязь. Однако настоящим испытанием для новичков стал почти вертикальный подъем на гору. Такими экстремальными условиями и отличается стиль эндуро от других. Мотогонки состояли из двух заездов. В первом участвовали более легкие мотоциклы. Здесь встретились и раритетные машины. Мотоцикл выпуска начала 60-х годов прошлого века марки «Иш». Причем на трассе он ничем не уступал соперникам и даже принес третье место пилоту. Первое и второе досталось талгарцам. В принципе, желание победить, желание, стремление к чему-то новому, каждый раз совершенствоваться, каждый раз, чтобы получить опыт, получить удовольствие. Второй заезд был еще сложнее и подарил победу хозяевам состязаний. Первое место досталось текелицу Юрию Коваленко. В целом же организаторы гонки уверены, что благодаря нарастающей популярности стиль эндуро привлечет больше энтузиастов. Мы ждем приток, пополнение мотоспортсменов, как говорится, эндуристов. И в дальнейшем тема развить этот вид, потому что это красочно и зрелищно. И каждый гонщик испытывает большое наслаждение, это стремясь кого-то обогнать, где-то препятствия лучше пройти и показать свой профессионализм. В следующем году организаторы планируют расширить географию состязаний. Участниками фестиваля эндуро станут лучшие мотогонщики Казахстана, Киргизии и России. Гульнар Жантасова, Олжас Байбусынов, Алматинская область.